Серьезная размова об безопасности на дороге. У Гомельской областной инспекции ДАИ представники дорожно-патрульной службы региона встретились с перевозчиками экспресс-такси. Подставой стало трагичное ДТЗ у Бресте, у яким по вине маршрутчика загинул неполнолетний. Встреча походила на батьковский сход. Обмярковывались выпадки порушения у правил дорожного руху маршрутчиками, а отказ за подопечных тримали предпринимальники. Сход начался с прогляду подборок записа у лихатства водителя экспресс-такси. Сярод самых распаўсюджаных парушэнняў – праезд на чырвонае святло, неўключэнне паказальніка павароту, перавышэнне хуткасці і перавозка пасажыраў звыш нормы. На территории Гомельской области за 2018 год зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей маршрутных такси. По каждому факту проводилось соответствующее разбирательство за серьезное, грубое нарушение правил дорожного движения, такие как создание аварийной ситуации, нарушение правил обгона. Водитель может быть привлечен к ответственности в виде лишения права управления. Такие случаи были. В прошлом году? И в прошлом, и в этом. Державная инспекция в черговый раз нагадывая, водители маршруток повинны усведомлять, какая великая отказность лежит на их. А перевозчикам, в свою чергу, необходимо выборчо относиться до людей, яких они наймают на працу. Бо важней за все безопасность перевозки пассажиров и дорожного руху в вогуле. Напроканце встречи свои пропановы выказали и предпринимальники. Говорка шла об увеличении часу деяния дозволяльного сигнала светлофора на некоторых перекрыжованиях у Гомеле. У державной инспекции звороты пообяцали разглядеть. До ведома у областным центре деятельность ожитавляют 123 предпринимальники-перевозчики. Им належит 274 машины, которые рухаются по 24 маршрутах.